Всем привет! Я в магазине «Светофор», город Орск, на улице Беляева. Хочу обратить свое внимание и ваше на садовую сетку квадратную 15 на 15, зеленый цвет, лук, бюджет 454,90. Вот такая сетка. Это можно вот... Я сейчас иногда смотрю про всякие садовые подворья и различные деревни, там вот поселки. И у них во дворе, где огороды, вот так вот эта сеточка различная натянута. И так красиво, мне так нравится. Тоже можно куда-то придумать. И что получается? Ага, это продается рулоном. Рулон 454 рубля. Я так думаю, вообще недорого. Посмотрите, сколько здесь много. Если здесь 15 метров, то это вообще отлично просто. Даже огурцы подвязывать, мне кажется, можно. Метелки. Смотрите, какие гламурные. Классненькие. За 105,50 ПВХ с черенком. 4 кольца. А это дачный парник. 5 дуг. Спанбонд. 2,1 на 6 метров. 265,90. Интересно, здесь есть где-нибудь какая-нибудь фотография? Нам же надо все... Ага, вот. Вот есть фотография. Вот такой парник дачный. Слушайте, они дорого, да? 265,90 с дугами. 5 дуг. Нормально. Грунт универсальный. Агроном 10 литров 37 рублей. Набор автомобильный. Что сюда входит? Сейчас посмотрим. Так. Огнетушитель, аптечка, знак. Смотрите, трос. Что здесь только нет. Все самое необходимое. У кого нет, вот, посмотрите. Красотень, красотень. И стоит такой набор автомобилиста 859,50. Мы один знак, по-моему, 500 покупали. И огнетушитель также. Так что, я не знаю, как по ГОСТу, по стандарту, но так хороший наборчик. И еще в сумочке все лежит. Просто красота. Такие контейнеры здесь есть всегда, на клипсах. 97,90 стоит, дешевле, по-моему, даже, чем фикс прайс. Там такие сейчас с аптечками продают. Вот, смотрите, тоже вкладыш есть. Накрываем и закрываем. Хороший. Стоимость такого контейнера 97,90. Вот это зашаталась фигня. А я думала, у меня закружилась голова. Я чуть не рухнула, боже мой. Смотрите, какие здесь привезли контейнеры. Ой, какие хорошенькие. Так, корзина ротанг кружево. Вот это, наверное, маленькая. Самая маленькая 122,90. Вернее, 122,90 стоимость. Сейчас я покажу размеры. Так, вот это поменьше. И вот это побольше. И вот размеры. Затем идет в бежевом цвете. Смотрите, какие классные. Мне нравятся. Отличные. И качество такое. Прям они такие тугие. Или сказать, толстые, вот толстые, тугие, блин. И такая же есть большая, точно так же. И смотрите, еще какие есть. Вот такие большие корзины. Вот, для белья. Есть побольше и поменьше. Вот, ростом, ну-ка. Нет, такие одинаковые. Только разной расцветки. Какие-то углубления здесь. А, здесь идут крышки к ним. Да, вот идут крышки. И с крышкой. Прекрасная корзина для белья.
Так, сейчас посмотрим размер и стоимость. Очень много тапок домашних. Мужские и женские по 108,90. Размеры от 36 по 41. А здесь с 42 по 47. И разные расцветочки. Качество такое обычное. Ничего такого. Уже к саду-огороду готовятся. Вот ведра по 13 литров. 63,50. На вид неплохие. И такие толстые, добротные. Цвета различные есть. И тазики. Тазики 10 литров. 47,50. Вообще недорого. И качество неплохое. Просто прекрасные. Они толстые и такие не стеклянные. Все, хозтовары мы прошли. Теперь пройдемся по вкусняшкам. Это мы все смотрели. До этого все показывали. Печенье бисквитное с начинкой абрикос. Есть абрикос, есть была клубничка. По 197,90, 1,2 килограмма. Кузинаки. А это мяфли, кто любит. Я их не люблю. 620 грамм, 107 рублей. Орешки в печенье. 1 килограмм, 125 рублей. Печенье с ароматом топленого молока. 1 килограмм, 56,90. Кексы. Целая упаковка. Смотрите. Для детского питания. С банановым джемом. 71,50, 500 грамм. А еще есть, сейчас посмотрим, еще есть джемом из лесных ягод. Чай черный байховый. Знаете, иду и думаю, что же мне так плохо видно? А я забыла надеть очки. Ой, ладно, сейчас вспомнила, сейчас я их найду и надену, иначе я слепая. Я в очках-то не особо вижу, а еще без очков хожу, деловая. Вот чай. А это у нас что? А это у нас кофе растворимый, сублимированный. Рич. На вид симпатичный. 111,50, 115 грамм. Кто пробовал, пишите. Горячий шоколад. Сначала десерт, остальное потом. Такие упаковки. 25 грамм, 20 штук в упаковке. И стоит 90,90. Я считаю, это вообще недорого. И, наверное, сейчас надо вам показать состав, да? Сейчас покажем. Какао-порошок. Заменитель какой-то уже там вижу. А в принципе, а где нет заменителя, да? Ну, нормально, 20 штук за 100 рублей. Это получается 5 штук, если я не ошибаюсь, 5 штук, ой, 5 рублей штука, вообще дешево. А это кофейный напиток, растворимый классик, 3 в одном, в новом удобном формате, 20 чашек, 300 грамм, 3 в одном, я же сказала, 90,50. Я такой не очень люблю. А это кофе натуральный молотый. 250 грамм. 100% арабика. 67,90. Кофе классик. Растворимый. Элит продукт. 200 грамм. 97,50. Кстати, грибочки маринованные. Может быть, мне
такие грибочки попробовать кушать. Или нет, наверное, лучше возьму такие обычные. Музыка играет. Как бы не забанили. Говядина премиум 77,90. Вязьма мясопродукт. Высший сорт. Нормальный вроде состав. У нас здесь даже свинину продают. Курей. Тушка цыпленка бройлера 94,90 за килограмм. А свинина 159,90 на кости. Наверное, мне вот такие шампиньоны надо взять. Смотрите. Вот такие шампиньоны. 1 килограмм 132,30. Это очень дешево. И еще мне понравилась вот такая клубника. Отличная клубника. По крайней мере, на вид. И стоит она 131,10 за килограмм. Об этом пакете. И есть 1 килограмм. Я просто сейчас не иду не домой. Я бы сейчас взяла и клубничку, и вот эти шампиньоны. Просто мне таскать их. Я возле дома, если что, своего куплю. А сейчас я очень далеко от дома. Кстати, у нас, меня дочь купила мюсли в красно-белом. Очень вкусные. Если что, я вот здесь ищу. Может быть, здесь какие мюсли есть? Я что-то здесь ничего не вижу. Овсяные кашки. А никаких мюсли я не вижу. Только кашки. А вот и мюсли. Мюсли запеченные. Яблоки и груша. Еще что? И бананы, цукаты, ананас. Вот какая прелесть. 350 грамм. 50-50. Без пальмового масла. Так, это не на русском. Хлопья овсяные, хлопья пшеничные. Рисовая какая-то фигня. Мне кажется, хорошие. Вот такие бывают. Мюсли, наверное, я все-таки возьму. Потаскаюсь немножко с ними, но эти возьму. Нет, поставлю. Представьте, я сейчас буду ездить по городу снимать. И постоянно буду с пакетом. Нет. Я возле дома, если что. Возле нашего дома, наверное, тоже есть. Просто там такой магазин. Почему-то убрали все непродовольственные товары. И он меньше намного. Мне этот больше нравится. Хотя он почти 40 минут от моего дома. В 40 минутах от моего дома. А тот в 5 минутах ходьбы. А это езды. Но мне этот больше нравится. Сухие завтраки, хлопья кукурузные, палочки кукурузные. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока!